Приветствую вас, вам в первую очередь желательно было бы обратиться свое внимание на то, что вы оказались в классическом треугольнике Карпмана, где ваша девушка – это жертва, которую все обижают, в том числе ее бывший молодой человек. Где она бедная, несчастная, вот, с одной стороны. С другой стороны, это ее бывший, который выступает здесь агрессором, негодяем, плохим во всех отношениях с человеком и так далее. И есть вы, спаситель, который, в общем, должен ее от всех, условно говоря, вещей избавить и во всем ей помочь. Вот классический треугольник Карпмана, который вы описываете, на мой взгляд, является ключевым описанием ваших взаимоотношений, потому что, ну, это не совсем здоровые отношения, в том смысле, что девушка явно не закончила отношения со своим бывшим, у нее явно глобальные проблемы с построением отношений, потому что дети не его, то есть у нее был до этого еще, получается, у нее до этого был еще один, ну, еще мужчина, еще молодой человек, вот. И с ним, видимо, ну, по-видимому, с ним не получилось тоже построить отношения по ряду каких-то причин, да, по ряду, ну, по ряду проблем, по ряду оснований, так сказать. Вот, то есть это нужно, конечно же, исследовать, на мой взгляд, вот, то есть тут вы выступаете классическим треугольником Карпмана, и правда заключается в том, что девушка не заинтересована в выходе из этого, то есть она не заинтересована в выходе из вот такого состояния, она не заинтересована вот в том, чтобы решить для себя этот, ну, этот вопрос. Она, если в чем и заинтересована, то, наверное, только в том, чтобы вот, ну, чтобы все было так, как сейчас. Потому что ей это помогает, возможно, чувствовать себя, ну, вот в какой-то степени, может быть, в большей безопасности, может быть, что-то еще, как-то еще, может быть. Вот. Но очевидно, что ситуация в целом складывается такая. Да, то есть девочке невыгодно. И вот то, что вы делаете, ну вот, в частности, для нее, да, то, что вы дарите ей там цветы, да, вот то, что вы хотите для нее сделать, вот все вот это вот, это ее не мотивирует на какие-то перемены, скорее даже наоборот, еще больше, ну, еще больше только оставляет в этом состоянии. То есть нет мотива у человека что-либо менять, да, нет мотива у человека что-либо менять, и не будет мотива у человека что-либо менять до тех пор, пока, условно говоря, люди вокруг как-то вот позволяют, что ли, так поступать. Пока люди вокруг позволяют,
ну, придерживаться такой вот модели, скажем так, поведения, да, вот. Поэтому я могу понять вас, я понимаю, что вы чувствуете, я понимаю, что вам тяжело, вам кажется, что вы в подвешенном таком состоянии находитесь. Вот, возможно, вам жалко даже в некоторой степени свою вот девушку, вероятно. Вот, но правда заключается в том, что она сама выбрала для себя такую позицию, и выбрала она ее не случайно, у нее есть для этого основания. Вот, к сожалению, у нее есть для этого все основания. И я не думаю, что она, я не думаю, что она в ближайшее время готова будет что-то менять. Я не думаю, что она вот в ближайшее время, да, готова будет что-то вот, ну, как-то вот по-другому себя вести. Я не думаю так, потому что, как правило, люди, которые оказываются в таком состоянии, в такой позиции, как правило, они ничего не меняют, ничего не решают в своей жизни. Это, по большому счету, часто оказывается так, что это кто-то просто жертвы, которые не хотят что-либо в своей жизни менять, к сожалению. Вот. И я не говорю сейчас как-то плохо о девушке, да, я не хочу говорить о ней плохо, вот, но ситуация, на мой взгляд, складывается вот, ну, вот так вот, в таком ключе, да, в такой вот позиции, можно сказать. Вот, и вам в этой ситуации, естественно, очень трудно, вам в этой ситуации, естественно, очень тяжело. Мне, безусловно, жаль, что вы оказались в этой ситуации, в такой вот ситуации, да, вот в ситуации, ну, такого рода. Ну, видимо, вам это тоже для чего-то нужно. Вот, как правило, люди занимаются вот спасательством, опять же, в отношениях только вот тогда, когда сами в глубине души отношений боятся, иначе бы, да, и не уверены в себе, потому что иначе бы вы вполне вероятно, что уже просто как-то вот для себя бы, знаете, вот все решили бы просто и все, то есть, ну, вот. А так получается, что вы не можете этого сделать. И я вас, в общем, не виню, я не хочу сказать, что вы, ну, что вы какой-то там обязательно плохой человек и так далее. Нет, просто это, конечно, тяжело. Вам будет тяжело. Вам будет тяжело. Вот. Ну, в принципе, все можно поправить. В любом случае, все можно
поменять и вот определиться вам нужно, конечно, с тем, в первую очередь, что вы, того, чего вы сами для себя хотите. Вот. То есть просто вот что вы сами для себя хотите, что вам нужно. Вот. Потому что без этого, опять же, будут, ну, будут сложности, будут серьезные сложности, вот. А потому что девочка, она преследует свои определенные цели, вот, вы ее, возможно, вы ее не волнуете или волнуете, но не настолько сильно. Вот, она думает о себе, и это нормально тоже. То, что она думает о себе, тоже нормально, абсолютно. Вот. А в этом, как бы, ничего плохого нет и быть, в принципе, не может. А вот, но нужно просто учитывать это. Нужно это просто учитывать при вот выстраивании отношений с девочкой. Вот. Потому что она может просить вас, например, подождать. Она будет уговаривать вас подождать, она будет упрашивать вас подождать. Вот. И правда в том, что она сама верит в то, что говорит. Это вот еще одна такая не очень приятная история. Совсем. Вот, то, что она не обманывает, она действительно говорит правду, она действительно верит в то, что говорит. Вот, но это не меняет того, что она находится в зависимых отношениях. Вот. Поэтому вам я очень рекомендую вам обратить внимание все же именно вот на себя, да, на то, что вам там, например, хочется, да, на то, что для вас, к примеру, важно, вот. И, соответственно, уже исходя из этого, делать какие-то выводы, вот. А так, в принципе, можно продать очень-очень долго. И в итоге останется у вас только лишь вот какое-то, знаете, такое разочарование. Вот, разочарование, пустота, может быть. Вот, ничего хорошего не будет. Вот, в принципе, я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. Я надеюсь, что для вас это было в целом полезно. Надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделаете. Я надеюсь, что вы для себя, ну, то вы получили какую-то пищу для размышлений. Вот. Я очень на это надеюсь, на то, что это так. Вот. И, соответственно, буду рад, помочь вам,
если у вас останутся какие-то, ну, если у вас останутся вопросы, вот, допустим, ко мне. Вот, на этом все. Я вам желаю удачи, я вам желаю всего самого доброго, желаю разобраться в себе, вот, и желаю ориентироваться на себя, а также определиться, собственно, с целями, ради чего вот это все вообще. Вот. Удачи, удачи вам!